Всем привет! Это у нас продолжение «Зима». Чё вам еще, блять, рассказывать? Мы тут всего 21 день, но мы такие уже классные. Некоторые за 21 день... Некоторые за 21 день умирают. Течка, пиздатя. Сейчас утром пойдем за льдом. Надо будет сейчас у берегов пробежаться, и надо этих чаек найти, короче. И льда наковырять очень много. О, помнишь, говно, вот и оно. Ебать, 32 льда. Кстати, нам надо будет поставить еще нашу военную базу. Пошли в этот, на камень. Опять работать? А, у нас тут шестеренки, кстати, есть? На лето. 7 штук у нас. Главное, Айку не говори. Я читал комменты под прошлым видосом. Там их целых 80, так сложно прочитать, если честно. Так вот, я вам объясню, что это не тот монтаж стандартный, обычный. Это лайв-канал, и здесь не напоржать, а так посидеть, пожрать. Я нашел мамонта, будем дрочить его? Я нашел коала-слона ебаного. Сейчас я тогда соберу быстренько лед и грохну эту сучку. Вот, сука, теперь он убегать начал, мразота, блять. Да, блять, меня тут танкуют пауканы. Кажись, мне вареники точно понадобятся. Все, я побежал тогда к Макбивне. Хочешь пойти со мной пройтись? Сейчас я соберу траву. Наверное, еду надо будет. Тыц-тыц. А где они? А я вон метку поставил. Собирай зеленые грибы. Вон тот дальний. Это мой. Ну, собирай. Мешок Клауса. Фу, уходим. Ой, ходит говно. Готова драться? Давай драться! На, в ебаочку. Бей жирного, он урод. Он очень больно плюет. Сука, блядь! В рот получи. А, они уже дерутся с Макбивнем. Бивень! О, еще бивень! Я просто разорил их семьи! Охуенный. Поздравляю. Добрая битва сегодня была. Что еще надо доброму путнику? Стоп, водки и секс в жопу. Фу. Ну ладно, без водки. Зима 10 дней у нас еще. Военную базу нам. Свиньи, я, блядь, на вас смотрю, я на вас, я вас грохну, блядь, приду скоро. Военная база у нас уже стоит, но эти ловушки я пока не буду ставить, потому что травы нет. Подарок! Опять open case. Нихуя! Сейчас грибы пособираю для вареников. Я много цветов, кстати, нашел, пустим их на гниль. Рублю ебаную елку. У собаки. Ебать, чех так много? Ебать! У меня броня сломалась. У меня новой брони уже нету. Они убили Честера. А чё, их так дохуя? Тут нарыло по 6 штук или сколько. Ебать, их много. Сосчитайте в комментариях. О, все, все, пошло месиво. Вообще изи было, совсем просто, даже не вспотели. Пиздос какой-то. Давно что-то нам такого говна не подкладывали. Классно, костер поддерживаешь вообще. Я вообще убежал с базы. Ум, талант и красота, вот этот человек. Подписываемся на канал. Честер! Вернулся? Да, ходяга. Задышит. Чё, реально? Да. Пизда мне домой бежать, и тебе домой бежать. Ну погнали! Я рядом с базой уже. О, вон он! Уже есть? Да. Я его пнул, я его пнул. Все, он горит. Подожди, я еще не заправила. Погибни, блядь. Бля, весь лут с бифала сейчас загорится. Да, он загорелся. Получи, въебало. А ты чё, бифала, не охуел ли ты у меня бить это? У него 1500 хп осталось. На болото веди. Да ладно, 1500 хп. Бля, меня сейчас тени начнут драть. На болото, говорю, веди. Ебать, тут тентаклей. О, бита. Бита. Еще бита. Ебать, он охуенный. О, его убили. Ой, блин. Все, я убил его, прикинь. Я реально повел к тентаклям просто, чтобы биту добыть. Ну, реально, цикло плохо, вот с тентаклями сложно. Я сдохла. Охуенно тебе. О, полнолуние, пойдем за гломером. Нам надо теневой манипулятор, а еще пойти гломера поймать сейчас. Тут эти бошки свиные засветились. Блять, на последнюю голову не хватило кувалды. На кувалду камни надо, а мне их ноль. Гломер, иди сюда, я тебя не пущу к этим ебаным оборотням. Что, блять, опять фиаско будет? Да, я не вставил в тот видос, но у нас гломер сдох, пока Арина за ним шла. Я просто сейчас прошлась по полянке и собрала 34 ветки. Ну все, вопрос веток решен. Надо 3 паутины. Ну, рядом пауканы, можно захуярить. Так, я пойду на Макбивней. А, я его пнул, я не хотел. Пошел нахуй, козлина. Блять, он мне 75 хп оставил, у меня хилиться нечего. Что надо тебе, вареников? Да, 3. Так, я ем. Давай я тебе передам мясо. Давай, все мне. Еще? В смысле, и все, я тут старался, поебал, получал. Тэмашентер. Yes. Давай еще одной. Yes, еще один Тэмашентер. Ебать, с него все выпало, что могло выпасть. Тэмашентер, пивень, мясо и струлялка. Зима через 2 дня кончается. Мы сделали военную базу, мы добыли ресурсов, мы отпиздили циклопа. О, уже зеленеет все. Давайте тогда, спасибо всем за просмотр, ребят, спасибо огромное. Пока-пока. Мяу. Весна, весна, мяу. Весна.